День второй. Мы едем кататься уже с инструкторами. Ну, дети, по крайней мере. Да? Погода чуть-чуть испортилась, плюсовая, плюс 2, вчера было минус 3, было замечательно, сегодня плюс 2 и такой мелкий дождь. Ну, нам это не помеха, но, конечно, было бы лучше, если бы погода была чуть-чуть другой. Инструктор говорит по-польски, но я надеюсь, они разберутся. Да. И там где-то Ника, вот там где-то Ника. Погода сегодня такая, ну, я вышла, но вообще дождь какой-то. А инструктор Нику повел сразу на дорогу. У него самого чуть пролился. Лыжу потерял. Дубль 2. Только что. Еще едем? Да. Только что-то круто ехал и свалился. Едет, где? О, не курка. А, куда мне деваться? Класс. Вот это круто. Какая Ника молодец. Ух ты! Просто круто. Ника молодец! И там Демка. И Валяшка. Решили, что когда мама становится на лыжи, ее парализует. Давай я инструктора возьму. Инструктора? Давайте инструктора возьмем. Да нет, что? Да я не смогу. Ну, что я буду кричать. Ну, по крайней мере, ей нужен русскоязычный инструктор. Не поминайте лихо. Ну, мама. Это страшно. И кухоли. Вот и чтобы я не, а? Не, не, мама. Гараж ее. Все. Добро, стоп. Тогда, 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 не, не, не. Прямо лежи. Давай. Прямо вот так? Да. И тогда, ты же рамен, без ставленьки. Давай, и подожди. И не сядай, не сядай, да. Прямо. Теперь я лежи. Так, она упадет. Все, она отпустила эту штуку, да, да. И все, и упала. Да, да. Вон встает. О. А, да, хорошо. Интересно. Надо, чтобы он ее держал. Ты не холодно ли? Ну
я видел, конечно. Молодец, пару раз упал. Ну, не страшно. Давай. Какой ты молодец. И маму не надо, ей так сложно. Но у нас далеко. Ну, все равно. Если ты добросишь. А? Ну, такое. Пока нет. У нее паника начинается, когда она не контролирует ситуацию. Стой, нет, ничего не делай. Ничего не делай. Помочь? Кони надо, так же. Ну как? У меня болят ноги. Ну, это круто, да? Спасибо. Дякую. Спасибо. Давай. Где рука? Давай. И сильно крутим сюда, налево. Давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Сильнее. Давай еще. В другую сторону. Равняй теперь. Прямо руку. Готов? Старт. Паркуй. Такие после лыж, очень уставшие, приехали, переоделись и сейчас едем аккуратно, и сейчас едем покушать и в магазин, чтобы сегодня, подожди, на ужин что-то купить и уже никуда не ехать, потому что устали, а приготовить дома. Осталось кататься на лыжах, классно. Вот. И теперь вот прямо. Нет, ты неправильно делаешь. Ты скомкиваешь, не надо. Вот, раскрыл, положи на эту, на ладошку. Хорошо раскрой, полностью раскрой. Еще. И потом он так вот вытирает. Тут закуску принесли, какой-то черный цвет. С каким-то маслом, джемом, наверное, не знаю. Надо попробовать. Это заведение называется Кристина, по-моему, при отеле. И тут авторская кухня, и цены в 3 раза дороже. Я к таким заведениям отношусь, ну, знаете, так, не прийти по-семейному, не поесть, это не совсем правильно. Вот, я за обычные заведения. В такие заведения надо приходить, когда там, не знаю, у вас или компания, или вы взрослые, или, может быть, вы действительно любите, но как бы там свидание хорошо. А вот так вот мы пытались найти что-то поесть, ну, обычное. Здесь из дыни пюре, это как обычное пюре, оленина и там куча-куча разных там мясных примочек. Ну, то есть обычного такого мяса, как кусок стейка, такового нет. Так что при отеле есть заведение, ресторан Кристина, чтобы вы знали, если вдруг вы будете закопаны, чтобы вы имели... Картошечка, давай. Такую
блюда принесли красивые. А кочки тут нет. Это, по-моему, а курица. Мясо. Да. Это мясо. Сива, что даже есть, мне кажется. Мама, а у меня вообще оленина. Оленина. Мама, смотри, что у меня. Что соли по супу дать? Соли? Мама, и смотри, соли, что у меня. Аня. Ой, у тебя картошка. Ой. Это морковка любимая моя. Приятного аппетита. Спасибо.